Пробую всех на улицу выпускать. Посмотрим, как это будет. Кто? Пойдут? Говорит, боже мой, все на улицу, на свободу, с чистой совестью. Зевс говорит, на всякий случай, от всех баб подальше. Ну и что, красотки, вот здесь нормально снимать? Киара на всякий случай свалит. Господи, ты сломаешь решетку жопой своей. Оп, хороводики. Паровозики. Можно в сухоту уйти, можно в сыроту. Ну, тут вообще весело. Конечно, сейчас будет веселее. Такие по росту сейчас стояли. Киара, Хабиби. Так, говорит, мне бы в колесо поиграть, но я боюсь. Ничего, моя красавица. Все будет хорошо, Зевс. Да мальчик такой, маменький. Тебя девки не обидят, они тебя любят. Чего ты? Зубы меняются, растет два клыка. Опа. Можно я пока поиграюсь? Не обращайте на меня внимания, пожалуйста. Я маленькая, я поиграюсь. Зевс, господи, зачем мне столько баб? Ну зачем? Ну пожалуйста, скажите. Ну, все, один проект есть. Да, я боюсь, вот Киара с Эльзой не хотят общий язык находить. Мама, мама, конечно, мама. Мама никогда не бросит и не обидит. Че ты, бабы, они хорошие, они тебя будут любить. Все. Так, говорит, это моя женщина, я ее знаю. Хватит меня брызгать. Хопа. Игрушки. Говорит, господи, наконец-то можем поиграть с кем-то более-менее похожим по весу. Потому что с той она вообще боится. Ну, хотя она уже, видишь, такая подросла хорошо. Можно я тоже тебя покусаю? Пожалуйста, давай я тебя тоже за жопу хватаю. Да я тебя еще не сильно знаю. Ты фамильярничаешь. Так, домой. Может, домой сходить? Что там будет дома? Интересно. А Киара молодая, да? Киара, да, 2 года ей. Объектив не хватает всех снимать. Зевс вообще неинтересно. Зевс говорит, господи, надо от них уйти куда-нибудь в домик. Я, говорит, в домике, у меня чурики. Ну вот, наконец-то. Сбылась мечта, идиот. Хотела получить. Да. Да им хоть весело будет нормально. И гулять будут, когда хотят. Мэйзекин будет старшей львицей Прайда. Да. Я не удивлюсь, если она и Симу построит. Это Эльзу построит, потому что. Такая она. Ну, как назвали. Все, это мое бревнышко. Я, говорит, ее с собой заберу.